Как известно, в ознаменовании скорого завершения очередного цикла кремлевской власти недавно произошел традиционный ядерный взрыв. На этот раз не в Чернобыле, а в Архангельской области. 2 человека погибли и 6 пострадали в результате взрыва на полигоне, как сообщила Минобороны Российской Федерации. Врачи местной клинической больницы не предупредили, что 3 пострадавших при взрыве заражены радиацией. Странных пациентов привезли в больницу без одежды в полиэтиленовых мешках. Врачи заподозрили неладное, но сотрудники ФСБ немедленно взяли с них подписку о неразглашении. И врачи немедленно ее дали. Они объяснили это тем, что когда перед тобой стоят сразу 3 сотрудников ФСБ, подпишешь все, что угодно. После обследования врачей-подписантов у одного из них обнаружили радиоактивный цезий в организме. А тем временем спецслужбы уже удалили всю информацию о произошедшем из больничных записей. И таким образом медикам не с чем обращаться в суд. Вот хочется сказать им, дорогие друзья, в этой ситуации мы все заложники друг друга. Вы подписываете обет молчания, и мы ничего не знаем. И мы не можем вам помочь даже тогда, когда вам самим требуется помощь. Именно поэтому эти самые сотрудники ФСБ скрыли от вас правду. Эти люди называются сотрудниками службы безопасности, но нельзя забывать, чьей безопасностью они занимаются. Точно не вашей. Вас убедили, что возвращается 37-й год, потому что им выгодно, чтобы вы сидели в вашем старом и хорошо знакомом страхе. Нет никакого 37-го года. Вот дунь на него, и он рассыплется. Время нынче такое, что если перед вами стоят сразу 3 сотрудника ФСБ, и они просят вас что-то подписать, это прекрасная возможность послать их на 3 самые выразительные буквы русского алфавита. Вы один разочек просто попробуйте.